Как родился в художнике образ Богоматери? Детские ли впечатления тому способствовали? Рафаэлевская или Сикстинская Мадонна, широко воспроизводимая в иллюстрированных журналах? Собственная ли юношеская тяга к выражению идеального? Красота для нас не была сама по себе, а служила отражением и выражением высшей духовной красоты, то есть внутренней, а не внешней только, объяснял Васнецов Стасову. Но еще в 1871 году 23-летним студентом Академии художеств он делает эскиз, в котором уже найден в общих чертах будущий образ Богоматери. А через 10 лет напишет для иконостаса чудесной абрамцевской церковки Богоматери в фиолетово-пурпурном афории, держащую на руках сына со вскинутыми ручками. Но пока это лишь образ прекрасной молодой женщины, воплотившей в себе идеал святого материнства. Поднявшись по высоким ступеням Владимирского собора, уже с паперти видишь ее в открытые двери. Она идет с небесной глубины навстречу, чуть задержав шаг. В густом золотом сиянии ее темная фигура величественна, строга. Большие глаза, иконописное лицо полны неземного скорбного чувства. Сильным и нежным движением прижимает она к груди сына. Глубокий синий цвет рукава ее платья будто согревает ребенка, защищает. Она над тобой и с тобой, в ее душе покой и прощение. Гениально найден жест ребенка, скинувшего руки в благословение. Образ Богоматери писали русские иконописцы, прославляли в картинах великие безымянные живописцы Италии, Франции, Германии, всех христианских стран. Виктор Михайлович Васнецов не повторил никого.